вас, спасите мою девочку. Стойте. Вы посылаете андроида? Ну все, идемте. Что вы делаете? Это же не настоящий человек. Там же мой ребенок. Зачем отправлять туда андроида? Мое имя Конор. Андроид прислали из Киберлайф. Он палит по всему, что движется. Уже подстрелил двух моих людей. Снайпера мы сняли его, но он же стоит на краю. Если упадет, вместе с ней. Вам известно имя? Да без понятия. Это важно. Мне нужна информация, чтобы выбрать подход. Этой машины ранее уже случались сбои? Слушай, сейчас главное спасти ребенка. Либо ты разбираешься с этой странной машиной, либо разберусь я.
Так чего мы ждем? Пристрелить его и все. Назад! Не подходи, не то я прыгну! Знаю. Я пришел тебя выручить. Ты в ярости, Даниэль. Но доверься мне. Позволь тебе помочь. Не надо помогать. Мне никто не поможет. Я просто хочу, чтобы это все закончилось! И я хочу, чтобы все прошло! Ты вооружен? Да! У меня пистолет! Бросай! И смотри мне без резких движений! Вот! Я его бросил! Тебя хотели заменить на другую модель. И ты оскорблен, да? Я думал, я для них родной. Что я им важен. А был игрушка, которую можно выбросить, когда доест. Вы с Эммой были очень близки, я знаю. Ты думаешь, что тебя предали, но она в этом не виновна. Она меня обманула. А говорила, что любит. Она сама врала. Она такая же, как все люди. Да нет, нет. Слушай, ты ведь не виноват. Эмоции, которые тебя охватили, это просто ошибка программы. Нет, я не виноват. Я этого не хотел. Я любил. Понимаешь? Но для них я был никем. Лишь бы исправно выполнял свои функции. Как же меня бесит этот звук! Прикажи им, чтобы вертолет убрался! Мне довериться. Отпусти ребенка, и я обещаю тебе, что все будет хорошо. Я хочу, чтобы все ушли. И автомобиль. Отъеду от города, отпущу ее. Это невозможно, Даниэль. Отпусти ребенка, и я обещаю, тебя пощадят. Я не хочу умирать. Ты не умрешь, мы просто поговорим. Ничего тебе не сделают, я даю слово. Ладно, я поверю. Ты солгал мне, Коннор. Ты солгал мне. Thank you.
Я андроид из Киберлайф. Посмотри на себя! Ты должен принять мир, как он есть. Или бороться. Мое имя Кэрон. Мое имя Маркус. Мое имя Конор. Это наша история.